Хюлюси владелец колбасной фабрики. Он попадает в аварию и после того, как почувствовал холодное дыхание смерти, задумывается о том, почему все это свалилось на его голову. Его начинает мучить совесть. Он поручает Демиру, которого любит как родного сына, найти трех женщин, сердца которых он разбил в прошлом. Хюлюси хотел попросить у них прощения, однако когда выясняется, что у всех трех женщин есть ребенок от него, ситуация становится запутанной. Первая серия выйдет в эфир в мае на канале ATV.